Вот так мы здесь живем. Покажу вам душ, сейчас туалет, все покажу. Вот душ. Ну, здесь так более-менее, но вон там, посмотрите, все, какая-то грязь оттуда сыпется. Эту кухню как бы я сделала для себя. Ну, отсюда вот постоянно тараканы ползут. Скоро уже, боюсь, мыши поползут. Postanowiłam odrobinę odejść od tematu Rosji, choć pozostać w jej okolicach. Wielu z Was na przestrzeni ostatnich 2 lat pytało się o jakieś materiały z Kazachstanu i ogólnie Azji Centralnej, gdzie znajdziemy niewątpliwie najbardziej egzotyczne były republiki radzieckie. Tak się złożyło, że Nastajaszcze Jewremia ma całą serię materiałów w formie reportaży podobnych do tych z Rosji o nazwie Azja 360 stopni. Niektóre są ciekawe, inne trochę mniej, ale większość ich materiałów z reguły stara się opowiedzieć albo o jakichś ciekawych miejscach, na przykład porzuconych radzieckich bazach, albo o sąsiedztwie z Rosją, albo o problemach, które będą dość znajome dla przeciętnego Rosjanina. W stolicy Kazachstanu do 2029 roku planuje się wyburzyć 206 awaryjnych bloków i domów komunalnych. Oznacza to przesiedlenie niemal 5000 mieszkań i pokoi. Dzisiaj odwiedzimy rozpadający się dom komunalny w Astanie, gdzie setki ludzi mieszkają w pokoikach o powierzchni 14 metrów kwadratowych. W budynku, który dosłownie sypie się na oczach i w każdej chwili może się zawalić. Sam materiał jest bardzo świeży, pochodzi sprzed kilku dni i został nagrany w Sylwestra i pierwszych dniach stycznia 2024. Warto podkreślić, że widownią tego typu materiałów nie są Kazachowie, a właśnie Rosjanie. I jest to przedstawienie znajomych problemów i tego, jak i czy władza innego kraju próbuje je rozwiązać. Spójrzmy na ekran. Od czasu do czasu coś tam wtrącę od siebie. A dla czego snimajcie? Uskórzyć snos? Czy coś nowe? Вино холодное. Все-таки Новый год, ребят, вы работаете. Да, шумно. Да, этот. Блин, единственное из этого всего общежития, мне вот эту вот Светлану жалко, которая внизу живет. А так, да, день через день здесь и ОМОН гуляет и так далее и тому подобное. Ну, как бы, мы сами по себе тихо ходим. В этом старом году, давайте, ребята, у нас уйдет все плохое, все ненавистное, огорчение, обижание. Давайте кешерм да булык, миром да булык, жен своих беречь, любить, ценить и искренне уважать. И дай Аллах вам, если у вас дети, чтобы вы были действительно счастливы, были действительно ценимы, что когда ляжете в больницу, не дай Аллах, конечно, чтобы было кому приезжать.
так вот и проживаю. Я, в принципе, женщина не пакостная, не воровка, не наркоманка. Чисто работяга. Мне, как говорится, по барабану. Полы мыть, вот мы здесь каждый этаж мыли. Вот. Я здесь порядок наводила, мусор вытаскивали, все, как-то дружно. А сейчас вот эти квартиранты новенькие понаехали. Месяц-два проживут, с оплатой у них ничего не получается, уходят, бросают. Вот здесь убрала, все здесь, здесь такой беспредел, господи. Свиньи неблагодарные. Бинг-бонг два, дайте. И два доширака. Булочку хлеба. Хлеб еще не пришел. Нет, нету? Пока нет. Позже сейчас будет? Да, чуть позже будет поставить. А, две коробочки и спичек, пожалуйста. Угу. Коробочки или сразу это дать? Нет, коробочки. Все, хорошо. Момент. Меня здесь люди знают. 20 лет прожили мы. Каждый друг друга знает. Сторожители. Ну, новенькие, знакомимся, помогаем как-то. Interesujące, że sklep znajduje się wewnątrz tego budynku. Swietłana, niestety, mieszka wyjątkowo biednie. Nawet jak na standardy tej komunałki. Иди, мой родной, дай сняться здесь. Нет. Можно общаться? Нет, потом. Никогда, никогда в жизни не видел. Наверное. Все, давай потом, сейчас люди стоят, общаться надо. Я здесь живу с 89-го года. Раньше здесь такого никогда не было. Посмотрите, вот трубы. Здесь постоянно течет у нас вот потолок, где дети не могут, мои внуки, пройти. И вот здесь вот постоянно вода, грязь. Сейчас кто-нибудь близко как бы начали убирать, но все равно дом старый. Да, здесь постоянно коты писают, как от чего дышать невозможно. Сейчас я вам все покажу. Окна у нас все практически открыты. Сейчас покажу. Детей мы не можем выпускать в коридор. Потому что здесь очень холодно. Вот видите, мусор кидают, это все открыто. Туда можно бочки кинуть, будет пожар. Пойдемте, пойдемте. Вот так мы здесь живем. Покажу вам душ, сейчас туалет, все покажу. Вот душ. Ну, здесь так более-менее, но вон там, посмотрите, все, какая-то грязь оттуда сыпется. Эту кухню как бы я сделала для себя. Ну, отсюда вот постоянно тараканы ползут. Скоро уже, боюсь, мыши поползут. Туалет вам покажу. Стену покажу. От душевой. Вот, смотрите, какая стена от душевой. Вот это, что я могла с ними вот это сделать условиями, вот это клей кафельный. Я попросила, мне сделали. А так все вот это сыпется, сыпется, невозможно здесь жить. Смутно, что такое надябание клею до płytek на ścianę jest uznawane za coś wartego wspomnienia. Prawdopodobnie jest to jedyna praca z pogranicza remontu, jaką te wspólne, a więc niczyje ściany, widziały w ciągu ostatnich 35 lat. Знаешь, завтра утром ты ногу бухи, ногу что-нибудь сломает. Скользкие лестницы, вон, били, стоишь. Сами поймите, сейчас уже подмерзает, до утра будет здесь вообще каток. И сегодня праздник, ноги будут выпившие. И кто-нибудь упадет, для себя надо постараться, чтобы убраться.
соседи не пострадали. Выходите, кто может, помогайте, если есть желание. Все, с наступающим Новым годом. Это, Титань, слово «общага», грязь под ногами, сюжет снимает. А-а-а. Да. Это вот нас кидают из ЖКО к ЖКО, а потом они путают деньги, да, и приходят вот эти коммунальные, бог знает, откуда они берут, от фонаря вот эти цены берут на этот, как его, на оплату коммунальных. Я не знаю, откуда они это берут. Там это плати, тут плати. У нас там то воды холодной нету, то горячей нету, то душ. А вы все кошек тащите на развод сюда. Да, все кошек тащите. Нет, не, ну правда, вот это вот в душ зайдешь, то кипяток идет, то холодное льется. Знаемые проблемы również в России. Оплаты коммунальные платишь, а эффекту не видишь. Ой. Минут 10 погуляйте, 15. И снова седая ночь, и только лето. Мама засмотрела сериал вечером, котлет столько нажарила. До сих пор это моя больная тема, прям сперли котлеты. Целую большую чашку. Я говорю, даже не поели. Что-то дети еще что-то рано так легли спать. Я думаю, да ладно, завтра покушают. Сама еще муж хоть перекусил. И в 3 ночи слышу какой-то шорох был, но я подумала, кошка ходит. Оказывается, котлеты сперли. Котлеты и салат. А потом порядочные поставили мне чашки между первым и вторым помытые. Ну там оставили. Ну это по-любому кто-то из своих, блин. Это не знаю, как это одна большая квартира, как будто разделенные комнаты просто, что ли. Мы все как одна большая семья. Что-то у меня вот даже бывает вот, элементарно за столом, там тарелки какой-то глубокой нет, я могу забежать быстренько в комнату. Там комбат у нас живет, да, соседка. Комбат, есть там такая-то чашка, или она там бешпармак делает, есть скалка. И вот как-то у нас это все вот так вот друг дружке постираться там, допустим. Соседка машинку завела, у нас же в коридоре она. Я говорю, ой, слушай, говорю, я там сейчас не отключаю, сейчас и я свой подзакину. Мужу рабочку перестирать. Я больше не гуляю. Я в телевизоре, мама. С Новым годом вас всех. Страшно, конечно. Я еще раз говорю, тут такой у нас и контингент живет еще. То взрывают, то горят постоянно. Ну, кто чем занимается? Пап! Мам! Tylko nadmienię, że beszparmak to drobno pokrojone kawałki mięsa, najlepiej baraniny albo koniny. W celu urozmaicenia smaku dodaje się również wołowinę, z których dość długo gotuje się bulion. Z dodatkiem ręcznie robionego makaronu o grubych wstęgach i ze specyficzną zieloną cebulką otrzymamy niezwykle aromatyczne i mocno sycące danie. Strzałka do góry – Francja. W prawo – Japonia. W lewo – Niemcy. W dół – Nur-Sultan, czyli nazwa Astany pomiędzy 2019 a 2022. Это вот место для стоянки,
Какой офис? А вот где вы ставите ваш? До стоянки. Место для стоянки? Да, для стоянки. Где написано стоянка? А где тут парковка? Парковка, вон же стоят вам трубы, вон парковочная труба стоит. Вы что? Слушай, для чего вы докопали? Так отмести ее надо, эту парковку. Ну отметите, если вам надо. Нам слушай, у меня машина. Ты хуже Учешкова. У нас нету пожарной безопасности. Люди будут выпрыгивать со второго этажа в окна. Вот когда у нас здесь было, вот в это лето у нас было такое, один здесь с гранатой, короче, участвовал. Ну, здесь у нас люди со второго этажа с этой стороны выпрыгивали в окна. Потому что нет у нас, как сейчас, один у нас сход. Сейчас что-нибудь, какой-нибудь на первом, на любом этаже, какое-нибудь возгорание будет, какой-нибудь, ну не дай Аллах, взрыв. Куда люди будут прыгать? В окна будут прыгать? Если кирпич какому-нибудь ребенку на голову упадет, это будет вообще жесть. Вот насквозь ее, видать, в щели. Вот, местами, видишь, вообще насквозь. А так рука залазит спокойно. Здесь уже, наверное, больше, чем пальцы залезет. Ну, везде. Если упадет, а вдруг дети там будут ходить. Я его выгнал. Потом, блин, ночью выхожу, через часа два проснулся, смотрю, это все бежит. Он взял, столкнул, на ней прилег, да? Да, вот трещина вот стоит. Да. Теперь что будет делать тогда? Я сделал просто КСК, я бы сделал КСК, есть нужен. КСК не смотрит ничего. После выходной 10-го. У меня окно раньше хорошо закрывалось туда-сюда. А сейчас, пока что-нибудь не подставишь, оно не держит. Вот захочу так открыть. Вот смотрите. Оно само по себе закрывается. Вот так. Двери то же самое. Уже замки плохо. Вот смотрите, как это мы все клеили вот так вот. Это видите, насколько все опустилось, что вот это все повырывало. Ну а так, просто я вам скажу сейчас. 4 раза я подвергалась клопам. Я здесь делала ремонт и все делала. Мебель меняла, потому что здесь ужасно, что было. Вот, пришлось мне натяжной потолок сделать и вот это, все вот это по новой сделать. Потому что клопы заедали. Каждое утро люди начинают выходить в 6 часов утра. Вот смотрите. Это по всем, это все слышно. Co jak co, ale ten problem można byłoby naprawdę przynajmniej załagodzić. Paczką uszczelek samoprzylepnych za kilka złotych. Czytam tęgę. Вот я живу, вот где окно, вон желтый пакет стоит. Лично я нанимала людей, что вот эту, вот это, вот третий этаж, чтобы мне заделали окно. А вы посмотрите, у людей все обваливается. Это все холод идет, холод. В 86-м году этот дом. Здесь никогда ремонта не было в этом доме. Никогда. Здесь все люди умирают потихоньку, я вам честно говорю. Доживем, не доживем, когда нам дадут здесь квартиры. Хорошо, бергиш. Бергиш. Бергиш, дим. На, жигиттерден анде телевидениеден келип тур журналисттер. Эстедим. Журналисттер келип телевидениеден объясняйчи сообщите. Нени? Общийте туралы сурап алам. Сейчас я наушники. Наушники ваши? Вот телефон на ниже, снос пулак тепчет. А еще под вопросом. Вы слышите? Еще под вопросом, снос болом, а бумаем еще под вопросом.
здесь как-то гуляли, то какого-то маньяка здесь поймали, который ходил, охранял. Здесь все слышно же, например, у меня трое детей дома. Автомат пинджу. Да, они ходят здесь, подслушивают, а оказалось, что он какой-то маньяк. Но все, которые здесь... И молодежь здесь такая же. И здесь еще два учебных заведения есть, колледжи. Студенты колледжей сюда приходят. Тоже и курят всякое, сами знаете, что не буду называть. В общем, настоящий этот... Бардакой, короче, бардак. Как, живем как в бараке, а не в столице. Маньяцы, люди с гранатами ręcznymi, под взглядом... Rozrywki zapewnianej mieszkańcom, ten astański dom komunalny niewątpliwie jest w ścisłej czołówce. No, to все można пережить. Самое главное, чтобы мы не завалились среди ночи. Вот как-то вот так. Поэтому надеемся на правительство, что не обманут нас. Потому что жертвы будут конкретные, если завалится. Открывается эта дверь. Вот так. Вот. Смотрите, все разбили. Да, тут опасно для жизни. Вот, видите, сделали лежанку себе, кому некому, оказывается, ночевать. Вот, шифонер мы бросили, стекла разбитые, холодильник весь раздолбили. Вот, этого наглую. Вот. На Джонсона у нас, знаете, у нас приезжают американцы там, все-все-все. Мы обсуждаем вот это все, чтобы люди не употребляли наркотики. Мне выдают шприцы, презервативы, я им раздаю, чтобы, потому что у многих наркоманов нету денег даже купить что-то. Палец, Вена? Спальчики. Скоростест на ВИЧ. А, на ВИЧ? Да. А, все, я всю куртку снял. А вы же брали, да, уже у меня, по-моему? Да, мы уже приезжали. Да, да, да. Мы ни имен, ни фамилии не спрашиваем. А, инициалы, да. Первые две буквы. Первые две буквы имени мамы назовите, пожалуйста. Наташа. Не А. А папа как? А-Н. Ваш год рождения скажите? 9-9. Тест отрицательный. Все хорошо у меня, значит, да? Все, я свободен? Тебе наш буклетик, шприцы передать, презервативы. Ну, да, не презервативы можно, шприцы нет. Расскажи, почему ты попал в эту группу риска? А, в эту группу риска я попал, потому что я бывший наркоман. Я уже больше 4 месяца чист, абсолютно чист получается. Не употребляю уже. Вот, благодаря девушке, мне друзья помогли с этой всей вылезти. А сидел на наркотиках, на солях именно больше 7 лет. Мне 24 года, с 18 лет я сижу на солях. Ну, сидел. Warto zwrócić uwagę na ten krótki wątek. W Kazachstanie, jak w każdym normalnym państwie, starają się jak mogą walczyć z epidemią HIV. W Rosji z powodu znanych nam priorytetów od kilku lat praktycznie zarzucono programy zapobiegania HIV, przez co epidemia rozwija się w najlepsze. Pojedziesz dokumenty robić? Dawaj, dawaj. Nada. Документы делать надо. ИИН утеряла. Вот, ИИН восстановить надо. Потом удостоверение, что не сфотографироваться. Вот мне один мужчина пообещал, вот, помочь.
Cieszy mnie, że pani Swietłana chociaż czasem wychodzi na dwór. Chciałabym zwrócić uwagę, że przynajmniej w tym przypadku wydaje się, że nie ma jakichś konfliktów na tle etnicznym i religia czy pochodzenie etniczne nie mają znaczenia. Ну, хотелось бы, конечно, получше жилье. Хотелось бы. Кому не хочется? Ну, живем, радуемся. Че нам унывать? Правильно? А вся грязь, вся это, конечно, сами люди, жильцы виноваты за грязь. А что она разрушивается, это, конечно же, от старости. Мое мнение такое. А может, когда-нибудь там выдадут новое жилье? Возможности нету, чтобы хорошее новое жилье взять. Такому рады. Tak wygląda życie w rozsypującym się baraku. Warto zwrócić uwagę, że władze Astany mają bardzo ambitne plany co do przesiedlenia budynków tego typu i przynajmniej na papierze mieszkańcy tego domu komunalnego mają zostać przesiedleni w 2025. A sam dom najprawdopodobniej zostanie wyburzony. Jeśli obietnice zostaną spełnione, bez wątpienia Kazachstan okaże się znacznie bardziej kompetentny od Rosji, w której to ludzie dziesięcioleciami czekają na przesiedlenie i obecnie raczej tracą nadzieję. Co zresztą widzieliśmy już w kilku materiałach na kanale i możliwe, że jeszcze w przyszłości wrócę do tego tematu. Dla przeciętnego Rosjanina niewątpliwie będzie to niezbyt przyjemna informacja, że jakiś tam Kazachstan lepiej dba o swoich ubogich obywateli niż potężna Rosja. Wydaje mi się, że obecne proaktywne działania władz Astany mogą być częściowo związane z nowym prezydentem, który przynajmniej, jak na razie, nie ma metki dyktatora. Możliwe, że są to początkowe działania mające na celu zapewnić mu popularność i ładunek dobrej woli społeczeństwa. Dzięki czemu kolejne sfałszowane wybory mieszkańcy przyjmą ze wzruszeniem ramion. Bo przecież i tak coś robi dla ludzi, w odróżnieniu od poprzedniego. Dajcie znać, czy będziecie chcieli oglądać raz na jakiś czas materiały tego typu na temat byłych azjatyckich republik radzieckich i czy takiego rodzaju treści mogą Was zainteresować. Jeśli ktoś chciałby obejrzeć okolice, polecam Yandex Maps, ponieważ Google ma zakaz jeżdżenia po Astanie. Budynek znajduje się na ulicy Bulanty 4. Na tym zakończymy dzisiejszy materiał. Dziękuję i pozdrawiam.